Торжественная программа была посвящена дню рождения региона. Московской области исполнилось 86 лет. Необычный и яркий. Именно таким запомнят этот день гости праздника. Еще до начала концертной программы организаторы удивили всех собравшихся парком прямо посреди правительственного здания. Сама же торжественная часть по традиции началась с выноса государственных знамен и исполнения гимна России. С приветственной речью ко всем собравшимся обратился уполномоченный представитель президента Российской Федерации Александр Беглов, мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава Подмосковья наградил знаком «Почетный гражданин Московской области» профессора и общественного деятеля Леонида Рошаля. Знаком за заслуги перед Московской областью первой степени был отмечен митрополит Ювеналий. В творческой программе приняли участие народные артисты России, которые исполнили песни про свой любимый край – Подмосковье. В одном ряду с профессионалами встали и лучшие детские коллективы области. Юные дарования в очередной раз показали творческий потенциал молодого поколения. А кульминацией программы стал новый гимн Подмосковья в исполнении Ильи Резника. Максим Морозов, телеканал «Откорень».